Поэтому тебе хотя бы нужно вспомнить. 11 часов. 9. Мне нужно все, абсолютно все, до мелочей. Марти, вставай, ты на работу опоздаешь. Вставай! Встаем! Подъем, подъем, подъем! Ребят, вроде бы здесь таблетка была. Тогда скажите боссу, что я ушел в аптеку. Мартин! Давай босс освободится, я сам будешь отпрашивать. Татьяна Алексеевна, у меня ручка закончилась. Есть ручка? Пусть украдет у кого-нибудь, все сироты так делают. Так, тихо всем. А ты что не работаешь? У меня сильно голова болит. Я хотел сходить в аптеку. То есть ты ждал меня, чтобы сходить в аптеку? Так вы сами говорили про ты то. Правильно говорил. Вопрос в другом. Вопрос в том, почему ты не взял таблетки из дома? Слушайте, да я разве мог знать, что у меня сегодня так голова разболится? Я тоже, не знал, когда брал тебя на работу, что ты детдомовский. Ничтожество, Эвелин, где таблетки от головы? Не могу их найти. Они у меня в сумке, я скоро приеду. Я тут уже надоела бабушке. Хорошо, давай быстрее, я уже не могу. Хорошо, зайчик, потерпи немного. Кажется, только через час подействует.
пожалуйста, Эвелина, иди, пока я тебя не убил. Прости. Пожалуйста. Уйди, я больше не могу смотреть на тебя. Просто, пожалуйста, перестань меня ненавидеть.